тайный роман с Лазаревым или какие скелеты в шкафу Шепелев прятал от Фриски. Дмитрий, видимо, водил за нос доверчивую Жанну. Недавно Дмитрий Шепелев намекнул на голубую ориентацию Сергея Лазарева, чем вызвал бурную реакцию Леры Кудрявцевой. Похоже, Дмитрию явно есть что скрывать от широкой аудитории. Неужели у Шепелева был тайный роман с Лазаревым? И какие же все-таки скелеты в шкафу телеведущий прятал от Фриски? Леру задело, что Дмитрий намекнул на ее роль в прикрытии нетрадиционной ориентации Сергея. Следует вспомнить, что не так давно в микроблоге Шепелев заигрывал с Лазаревым, сравнивая певца с покойным Джорджем Майклом, который не скрывал свою настоящую ориентацию. Возможно, затаил Дмитрий обиду на своего любовника Сергея, а потому недавно выставил певца в неприглядном свете, ведь чем больше подобных слухов, тем труднее придется Лазареву потом отмываться от них. Кудрявцева внезапно отметила, что по непонятным причинам оказалась в черном списке в микроблоге Дмитрия и пригрозила выдать все тайны Шепелева, когда тот крутил роман с покойной экс-солисткой Блестящих. Лера добавила, что от этого разоблачающего шага ее удерживает только 6-летний Платон. Не исключено, что Дмитрий опасается появления новой порочащей информации, ведь телеведущий и так пребывает в незавидном положении. Друг Леры, скандальный журналист Отар Кушинашвили, пересекался с Шепелевым и рассказал о впечатлениях от работы. Шумин заметил, что Дмитрий крайне высокомерный человек и не терпит критики со стороны. Близкие Жанны негативно относятся к тележурналисту. По некоторым сведениям, мужчина был жесток с Фриски и даже запрещал певице общаться с подругами. Не исключено, что Шепелев находился в романтической связи с Лазаревым, но вскоре между ними случилась размолвка, после которой и появился тяжелый характер телеведущего в отношении Жанны. Теперь Дмитрий будто пытается уколоть Сергея и намекает на его голубую ориентацию. При этом о самом Шепелеве ходило много аналогичных слухов. Вероятно, Шуман использовал Жанну для собственного прикрытия романа с Лазаревым и пользовался ее доверчивостью, ведь на фоне его нынешнего нервного поведения и нескрываемой обиды подобная догадка в скором времени имеет все шансы на подтверждение.